Всем привет! Нахожусь возле Ветряка, город Краматорск. Вот так все это выглядит ночью. Эти ветряки видно с трассы из многих частей города, но находиться здесь это совсем другое. Он огромный, каждая лопасть 74 метра. Прислушайтесь к звуку. Ощущения фантастические. Звук сопровождается огромной тенью от света самого ветряка. Так выглядели лопасти, когда их привезли. Вес каждой 2,5 тонны. Каждый ветряк вырабатывает электричество мощностью 4,5 мегаватт. Живем в интересное время. Это табличка с его характеристиками. На сегодня все. До новых встреч на канале.